В эти минуты в спортивном комплексе «Калинка» проходит торжественное открытие всероссийского турнира по спортивной гимнастике. За призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного поборются перспективные спортсмены со всей страны. Победители получат звание мастер спорта, поэтому судить гимнастов будут жестко. Большинство спортсменов будут участвовать. Это для нас, конечно же, очень важно, что мы принципиально делаем акцент в первую очередь на результат, никаких там подписей, прописей, что если выполняет мастера спорта, тогда присваивается, не выполняет, значит не присваивается. Кубок Подгорного проходит в Новосибирске в 11-й раз. Для многих спортсменов турнир стал новой вехой в карьере. Например, для серебряного призера Олимпиады в Рио Ивана Стритовича. На соревнования приехали не только российские, но и зарубежные гимнасты. Команды из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и основная сборная Армении, которая выступала на Олимпийских играх. Турнир на призы Евгения Подгорного – это не просто соревнование, но и возможность для начинающих гимнастов пообщаться со звездами. Мастер-классы для воспитанников новосибирских спортшкол проводят Светлана Хоркина, Виктория Комова и другие именитые чемпионы.